подходит. Где? Я выйду. Что, здесь? Что вот там? Ой, у вас упало что-то. Да, баня, кстати, баня. Привет. Здравствуйте. Пойдемте, покажу, что началось. Лиза, все прошу, да. Сами уже все залили, то есть, ну реально было вот 5 минут. Вот здесь возгорание было. Угу. То есть там и между перекрытиями залили весь этаж. Ну посмотрим сейчас снизу сверху тогда. Нет, тут горело. Да, горело тут и, ну, сколько здесь? Полметра до стены и на стену. То есть мы пролили здесь все. И пол, и стены. По-хорошему, на самом деле, еще внизу посмотреть. Вот четко перекрытие. Ну, температура есть еще? Ну там, короче, или пол, или потолок скрывать в любом случае надо, потому что дымит слева. Дымит? Да. Я сейчас думал, какая маска потерял.
сауна. Да, значит, между первым этажом и вторым. Ну, площадь сауны. Я пойду за шириком скажу. Чего? Как стоит 2 на 2? Как? Сейчас скроем, да будем смотреть. Фонарик-то. Я и забыл. Куда его дел? А вот. Да, там сейчас 3-4 штучки. А уж вот в эту сторону ушло. Ушло? Да, и там дымит. Ну, тепленькая пошла. Да, они только что, по-моему, это они сами там воды заливали. О, так вот она теплая. Я бы даже сказал, горячая. Ну вот да, получается. И вот сюда вот куда-то уходит. Вода. Че говоришь? Вода. Ну, типа, да. Это же не просто так повез, купили. Его вообще, конечно, для крышек купил. А? Ну, и типа, все равно как прикольно, на самом деле. Люди такие, нет, о! Не знаю. Пожарники ничего не сломали в кои-то веки. Я прав, это же, да, там дым идет. Вот. Что это, блин? Я не знаю.
пойду тогда сейчас за шлангом схожу. Блин, чем они там поливали? Какая у меня штука есть? Я может сверху сломать здесь, а? Да, давайте мы сами будем решать. Ну да, нет, вот только. Не, сейчас. Давай посмотрим. Еще, наверное, вот здесь, потому что там херни. Ну, шуриком дальше просто пускай. Подскрещ... А я его туда вынес, чтобы он нет. И там он еще. Тепленько. Сверху, мы сейчас водили вам, вот сверху сломать все и... Сейчас сверху, отовсюду сломаем. Чтобы эксцессов не было. Ну да, да, нет, мы тоже хотим этого. Чтобы огонку-то можно поменять. Ну да, тебе, да. А он на гвоздях. Давай топором. Это ж, сука, не должна гореть, по идее. Ну вот. Горит все. Да. Только определенные надо условия. Температура и... Дай помпу дам. А вот он. Вот здесь надо гореть можно. Ну вот они. Слава богу, мы сами хоть заметили. Ну да, хоть не ночью. Ну да, все слышно. Да, это на самом деле очень все хорошо, что заметил. Немножко водочки, пиздец. Вообще жопа была бы. Судьба. От судьбы не уйдешь. И вот эта херня, она какое-то Фига время держит, а потом, да. Снаружи-то вроде все хорошо, все целое, а температуру не держит. А видишь, он куда уходить стал? Ну, по перекрытию, по коробке. Я слышал, чувствую, там сам пахнет в том конце дома. Mm-hmm. А есть возможность еще подтянуть mm-hmm. этот замечательный сейчас. Шланг? Сейчас.
А, ну во, все, отлично. Все, все, да. Давайте переключить в другую сторону. Тут ближе есть, как бы у нас цепочки, воду поближе будет. Ну и так для проверки, поэтому. Да нет, не надо. Горел вот. Вот здесь кусок ну, да, сложен. Да, пошла, да, и пошла туда. Потому что там дальше. А слушай, туда... не, я тебе скажу, и туда ушло. Но там балка, там как бы дальше не прошло просто. А туда? В ту сторону. Не, а там дальше вон доски где-то целые. Они да. Копченые, но. Так, а хозяин будет, да? Наверх... Да не, не, наверх уже не надо. Не надо, да? Пусть хоть где-то останется да, целый. Ну да, да. Спасибо вам. Да, нет. Мы сами постарались. Слышишь, какие некоторые. Не знаю, что сделать. Мы же льем. Мы сверху льем воду, да. Слышишь, ты поймешь, мы льем ее. Она... О, распространение, ну, ну что-то да, такое. Не тухнет ни хрена. Дыма воняет, хоть ты самое, убейся. Это да, это для нас там рядовая ситуация. В бане попариться. Ну, в принципе, попарить. Ну да. Это все сделается. То есть это говно получается, да? Это а да. А это... какой утеплитель лучше-то, чтобы который не горит? Да лучше на самом деле вот что-то с асбестом, вот это вот старая, да, советская проверенная технология. Советская фирма делает, да. А это, оно все красивое, но оно температуру так пропускает. Особенно которые не трубы сэндвич. Давно, а начнешь делать. Ну да, да, по факту, да. Вот, я думаю, горелки здесь еще на ебамать. А ну, конечно, дым весь туда. Ну, да. То есть и оно пошло распространение туда. Да вот я в той комнате вот чувствую, дыма воняет из нее. Блин, надо, наверное, вот еще поковырять все-таки. Да, от нее все. Вот, основное место прогара, вот оно. Ага, ну да, ну где труба, да. Да, от нее уже пошло. То есть он температуру набрал в себе, вот эта вот вся хрень.
Это, короче, говорит, говно, знаешь? Ну, держит нахуя, не так, понял? Я вам даже больше скажу, написано, что она не горючая. На пожарах я бы не сказал, что она не горючая. Зеркалета, когда загорелось, тоже, блин. 3 минуты, это пиздец уже, 10 метров в огонь, блин. Да, еще, там типа, уже вот, посмотри, я ДСП тоже, снял, тоже, там уже стерло вот под ДСП, доски прогоревшие по бокам уже. Охуеть, просто охуеть. Кто будет сам это? Валя? Нет, дело между конями. Валя, кто это? Валя, кто это? Там тоже черные цветы. Смотри, там тоже черные цветы. Ой, там тоже еще черные. Вид-то я так вижу. Ахуй. Я там был, как бы, когда это пламя огня уже выбивалось. Где это? Херово. Видел даже он облицов такое по пламени. Тут большинство черноты вот от этой херни. Как его? Пергамин? Пергамин же, да, по-моему? Ну да, пергамин. Большинство черноты от него. Он очень сильно коптит. Он и горит очень хорошо. Ну, горит, да, замечательно. Да, все уже, да. Ничего здесь. Ну давай подождем немножко. Минут 5-10. Чайку. Да не, мы останемся здесь, мы не поедем. Ну уже, да, периодически посматривайте. Да, да, да. По которым мы выезжаем. Мы чайку вам тогда сейчас. Ой, нет, спасибо. Я не, нет, будешь? Чай, кофе. Водички, если можно. А то да, в баньке-то попарились.